Ну а вот и Рамирес, он уже вышел в ринг, это соперник нашего Василия Ломаченко. Вітаємо вас, шановні друзі. Зараз ви побачите поєдинок, дебютний бій у профірингі Василя Ломаченка, легендарного українського боксера, який в олімпійському боксі здобув усі можливі титули, двічі ставав олімпійським чемпіоном, двічі ставав чемпіоном світу, був чемпіоном Європи. І от зараз, власне, він вийде у ринг, ну і ви бачите його суперника теж, Хосе Рамірес, 25 років, Мексика. Да, обоим боксерам по 25 лет. Выходит в ринг Василий Ломаченко. Ну, в общем-то, многие говорили о том, что Василий Ломаченко должен был идти в профи уже после первой Олимпиады. Но решение отца и самого Василия было, мы знаем какое, взять еще одно золото Олимпиады. И он сделал это. После он не сразу перешел в профессиональный бокс, а еще и выступил за украинских атаманов, где показал, что без шлемов он уже практически готов покорять профессиональный ринг. И вот, наконец-то, мы дождались этого момента. Хай-тек. Такое прозвище у Василия Ломаченко. Справа его менеджер Эгис Климас. Серьезная команда была у Василия в Америке. Там все специалисты, включая специалистов по физической подготовке, включая массажиста и других. Все это было предоставлено Василию. Был у него огромный дом возле океана, новый автомобиль. В общем-то, Бобарум пошел на все условия Василия Ломаченко. Одно из этих условий – это то, что единственным тренером нашего украинца является его отец Анатолий Николаевич Ломаченко. И именно он будет в углу своего сына. Майкл Баффер начинает нам представлять этот бой. Ну что, мы все знаем, что Василий Ломаченко поставил себе высокую планку. Очень быстро добыть пояс чемпиона мира. Трое судей, которые будут обслуживать этот бой, были на ваших экранах. И Рассел Мора, третий в ринге. Так, на кону титул WBO International. Представляет нам первым Хосе Рамиреса, який здобув цей пояс, до речі, здолавши в гостьовому бою філіппінця Рея Батісту, доволі несподівано для багатьох, але тоді мексиканець показав характер, волю до перемоги. 24 победы, по моим данным, 25 побед, да. 15 досрочных, 3 поражения, но ни одного поражения досрочного. Кстати, стойкий парень, настоящий мексиканец, воин в ринге по прозвищу Негра, черный. Ну а теперь представляют нам Василия Ломаченко. Снова-таки 25 лет ему, он из Белгород-Днестровского, аккерманец, двукратный олимпийский чемпион. Дамы и господа, Василь Хай-Тек! Ну и даже, да, русский язык уже Майкл Баффер хорошо знает. Все-таки перший поєдинок на профірингі, доволі хвилююча мить. Чекаємо від Василя хорошого бою, яскравого поєдинку. Спонсор трансляції – Регіна, королева вод України. Да, ну, в общем-то, многие говорили о том, что слишком рано Василий Ломаченко выходит на вот таких серьезных соперников, как Хосе Рамирес. Парень занимает 7-ю строчку по WBO, имеет в багаже серьезный опыт. Но все это не пугает Василия. Он сам так решил, и Бо Баром еще до этого боя говорил о том, что это не мое решение, это решение самого Василия. Он попросил, он захотел, я ему даю такую возможность. Ну, такую возможность дали не просто так, а все дело в том, что Василий Ломаченко в Америке провел просто фантастический спарринг-сессии, где показал все, на что он способен. Там уже поняли все, кто видел эти спарринги, что Василий действительно очень серьезно
настроєн і на нього можна рахувати. Дає Василь Ломаченко в першому раунді попрацювати своєму супернику, хоче він відчути і приймає на захист удари Раміреса. Видно, в принципі, от щойно був такий епізод, що заряджений Василь дуже сильно і готовий на 100% до цього поєдинку. Бачить він всі атаки Раміреса, читає його дії, ну поки що сам не квапиться. Да, Василь Ломаченко у нас лівша, як ми знаємо. Его можно называть универсалом, потому что он может и поменять стойку, может боксировать. Воу, а что здесь у нас уже? Ага, у нас нокдаун, не сразу понял, а это сам Рамирес. Прочувствовал удар по печени и оказался на канвасе. Такое быстрое начало от Василия Ломаченко, уже он успел опустить на колени соперника. І це суперник з топ-десятки світового рейтингу, сьомий номер, нагадаємо. Настільки потужний і швидкий Василь Ломаченко. Буквально перша контратака і вже на канвасі опинився його опонент. Рефері предупреждають о опасних движеннях головами. От Раміреса, взагалі, це грязний парень. Ті, хто бачили його бої, от особливо останній, проти Рея Баутісти, который он выиграл довольно-таки неожиданно, поехал на родину соперника, Филиппины, отобрал у него пояс, послал в нокдаун до этого, хотя и сам побывал в нокдауне, нужно сказать. Но вот там были такие моменты, как удары локтями, бодание головой, все это нужно было бы предусмотреть. Я думаю, Василий об этом знает и готов к разным грязным приемам соперника. Ну, то бачимо, непогано дуже Василь лівою прямою пробиває на зустріч і бачить всі атаки Раміреса. Дуже так від них захищається завдяки переміщенням. Обережно боксує і водночас знову ж таки читає ситуацію Василь Ломаченко. Видимо, що во всіх компонентах Василь, звісно, превосходить свого суперника. Але що не отнять у мексиканця, це, звісно, воля победі. Да, он не такой скоростной, но он постоянно идет вперед, он постоянно прессингует, атакует. Хороший сейчас правый боковой, снова со смещением. Жесткие акцентированные удары пробивает Василий. Хороший раунд. Спокойно, внимательно. Растягивай, потяни его на себя, просто пусть он бьет воздух, а ты начинаешь с ним рубиться, не нужно это, для чего? Подсади его, почувствовал? Услышали мы подсказки Анатолия Николаевича, заслуженного тренера Украины по боксу, естественно, по боксу. А вот это и нокдаун. Корпус и боковые в голову. Да, и не сразу понял сам Рамирес. Еще раз смотрим. Это правый боковой. Да, ну бывает такое, когда боксер пропускает удар и через какое-то мгновение он ощущает, что называется, его на себе. Решил не рисковать Рамирес, взял колено, что еще раз говорит о его опыте. Иной раз стоит вот так взять паузу, дабы прийти в себя. Рамирес понимает, что Василий Ломаченко еще никогда не проводил 10-раундовых поединков. Напоминаем, что максимум в ринге он проходил 5 раундов во всемирной серии бокса. Но там и перчатки были любительские, в которых нельзя полноценно сжать кулак. Видимо, какая превосходная сейчас серия прошла от Василия. Просто насолоджуюся я от рухами в ринзі Василя Ломаченка. Наскільки він вміло захищається, наскільки він переважає за швидкістю свого суперника. І видно, що будь-який момент може додати. Ну, це падіння. Да, неприємно, але не від удару. Да, там просто споткнувся о ногу суперника. Підставив, навіть, я би сказав, Рамірес ногу. Такой вот он непростой, неуступчивый и мексиканец. Ну, никто и не ожидал, что для Василия это будет легкий бой. Слышим, какая поддержка у Рамиреса.
Понятное дело, что большинство там мексиканцев в зале. Есть кому болеть за Хосе. Ну, але є й українці в залі. Олександр Усік полетів підтримати Василя Ломаченка. Да, наш ще один бывший атаман, который переходит на профессиональный ринг. Какая атака от Василия, как это все выдерживает Хосе Рамирес. Василий не стал добивать, взял паузу. Но уже, согласитесь, предпосылки к досрочной победе Василия Ломаченко просматриваются. Мне кажется, что фантастично, не на полную катушку сейчас Рамиреса работает. Вы бачите, но насолоджуюсь знову цими рухами. Як працює корпусом, який легкий на ногах Василь Ломаченко. Ну, і це при тому, що це перший його поєдинок у профікар'єрі, так? Можна отримати просто естетичне наслаждення від боксу в виконанні Василя Ломаченко. Об этом говорил и Бо Барум, и можно процитировать его слова. Василий Ломаченко – это все, что вы хотите видеть в профессиональном боксере. Действительно, Василий Ломаченко умеет все. Ну а что касается его передвижений по рингу, его маневренности, то это заслуга, конечно, отца, который отдал Василия Ломаченко в детстве еще на где-то больше, чем на 3 года, на танцы. Этого очень не любил Василий, но был вынужден танцевать. Еще раз смакуем многоударную комбинацию от Василия. Разбил блок. Ну, тут пожалел, я думаю, на Васю соперника. И я думаю, вы согласитесь, видно, что Василий пока что не на полную катушку работает. Легко, непринужденно бережет силы. Василия спрашивали, что он считает является главным отличием любительского бокса от профессионального. Для Василия это, по его словам, тайминг и, в общем-то, правильно распределить силы. В этом случае на 10 раундов. Безліч разів Василь Ломаченко проходив 12-раундову дистанцію на тренуваннях, але офіційний поєдинок – це все-таки трошечки інше. Не було нокдауна. Що там було? Столкновення головами. Тут вже Рамиресу досталось від Василя. Він теж вміє попадатися, якщо що. Так вот, народные танцы Василию подтянули ноги в детстве. И после этого снова Василий принялся за свое любимое дело. И с тех пор мы видим молниеносного, быстрого, маневренного Василия, который просто деклассирует своих оппонентов. Ну, така спроба пресінгу від Хосе Раміреса. Там жоден з ударів не влучив у ціль, але все-таки не припиняє такої роботи нібито першим номером мексиканець. Хоча Василь Ломаченко його так швидко зустрічає і бачить атаки суперника. Да, ну не всегда видит, именно благодаря работе ног. Посмотрите, как смещается после своих атак Василий. Какую-то долю секунды он просто уходит из поля зрения оппонента и может пробить очень неожиданно. Ну, мы не знаем, какая там была установка у Василия Ломаченко. Возможно, Анатолий Николаевич сказал ему, чтобы он не спешил. Все понимают ценность прохождения полной дистанции. Да, полной дистанции, конечно. Особенно для будущего. Прочувствовать, продышаться. Ну и Вася луная в Лас-Вегасе. Да, слышим, что наших там хватает болельщиков.
Боб Арум в ринсайде внимательно смотрит за действиями боксеров. Конечно, в основном он смотрит за действиями Василия Ломаченко. Як от не залишається під ударами мексиканця Василь Ломаченко, бачимо, постійно закручує в бік то в один, то в інший. Ну і завдає ударів, і черговий раунд виграє тут на зустріч, викидає знову ж таки, без питань. Да, безоговорочний тут контроль за Василем во всіх трьох раундах. Ну а мы видим, как объясняют основные правила рефери боксерам, Хуану Мануэлю Маркесу, который это слушает не впервые. Слышал уже это множество раз, но такова процедура. Еще и переводит Маркесу на испанский, и все. Что говорит рефери этого боя. Спонсор трансляции «Регина» – «Королева вод Украины». Черговий раунд буде зараз цього поєдинку, не рейтингу, а титульного поєдинку WBO International, пояс на кону. І у ринзі Василь Ломаченко, хай-тек, як його називають. Да, уже, наверное, многие знают, что Василий Ломаченко, если сегодня одержит победу, то уже во втором поединке может боксировать за звание чемпиона мира. Ну, казалось, что або другой, або третий, побачимо. Ну, пока что идет. Залежит и багато від Василя, як він сьогодні себе покаже. Естественно, но изначально планируется именно во втором бою. Напомним, что после этого поединка вы увидите еще бой Орландо Солидо против Орландо Круза. Именно в том поединке выяснится следующий соперник Ломаченко. Естественно, если Вася сегодня одержит победу. Довольно цікава пара. Ну а мы бачимо, как Василь Ломаченко зараз завдає влучних ударів и вчасно, и довольно эффективно захищається. Да, работает вторым номером Василий, в общем-то, не особо идет вперед. Мы знаем, что он может работать и первым, и вторым номером. Не зупиняється Хосе Рамірес, хоча, як на мене, дещо він приголомшений, адже, ну, такого дебютанта в ринзі, мабуть, він ще не зустрічав таким рівнем технічним, з такою швидкістю, з такою эффективную работу и ног, и рук. Да, ну сам Рамирес говорил, что раз Вася хочет боксировать со мной в дебютном бое, то это его проблема. Я готов. Он не знает, что такое профессиональный бокс, и я ему покажу. Но пока что Василий показывает сопернику, что такое бокс. Переигрывает во всех компонентах. Воу, отлично, просто сейчас навстречу, превосходно поймал слева. И не бачив цього удару Рамірес, и навіть був здивований, звідки ж воно прилетіло, а прилетіло. Да, и обратите внимание, что снова-таки не вкладывается особо Василий в удары. Работает легко, непринужденно. Многие говорили о том, что якобы Вася не обладает там пушечным мощным ударом, он не нокаутер и так далее. Сам Василий об этом знает, обо всех этих слухах, но готов их развеять. Василий действительно есть хороший, акцентированный, точный удар. Проходит от него, в подтверждение моих слов, и это нокдаун. Еще и один нокдаун. Нокаут, как на мене. Скрючило тут там, дуже... да, скрючило просто Раміреса, и что? Важке падіння мексиканця, и, здається, перша перемога у профіринзі у каналі Василя Ломаченко. Блискуче, переконливо, и знову ж таки, и тут Василь Ломаченко на голову, на дві голови вищий своїх суперників. Ну, как вам безударний Вася, кто там его так называл? Вот вам и дебют Василия. Очень жесткий, хлесткий, неожиданный удар для соперника. Анатолий Николаевич, я думаю, доволен дебютом.
своего сына. Ну а Рамирес до сих пор не может подняться. Ждем повтор. Наверняка это был удар по печени. С нашего ракурса не очень хорошо было видно, куда же там прошел удар. Не побачили ми 10 раундів боксу, але побачили блискучу техніку, неймовірну швидкість Василя Ломаченка. Ну, багато авансів було, ну і всі вони, як на мене, виправдані. Адже такого боксера ще, можливо, і світ не бачив. Принаймні, блискуча аматорська кар'єра. Бобаром лично вийшов поздравити Василя. І ось він фантастичний вот дебют у профирензи. Но... режущий удар. Снова-таки за спины соперника мы не видели. Смотрим отсюда, сверху. Серия ударов по корпусу. Да, возможно, там удар и солнечное сплетение прошел. Снова-таки с этих ракурсов не совсем нам было все это заметно. Но в любом случае, мы что мы увидели? Мы увидели, что Василий на голову превосходил своего соперника. Таким образом, он становится уже в первом своем бою чемпионом WBO интерконтинентальный пояс у него во владении. И что? Мы очень надеемся, что уже во втором бою он встретится с победителем пары, которая впереди у нас в трансляции. Майкл Баффер говорит о том, что в четвертом раунде чистым KO, чистым нокаутом победу одержал. Гордость Белгород-Днестровского. Акерманец Василий Ломаченко. Радіє все-таки Василь Ломаченко. Звісно ж, певний він відчував психологічний тиск. Багато хто казав, ну що ж ти одразу так от за титул, 10 раундів. Ну, не було 10 раундів, знову ж таки. Блискучий, феєричний дебют Василя Ломаченка у профірінзі ми побачили. Да, ну а ми зараз просмотрим хайлайти цього поєдинка, лучші моменти. Вот первый нокдаун в первом раунде от Василия. Да, до этого, напомним, Рамирес ни разу не проигрывал досрочно. Вот мы видим подножку в исполнении мексиканца. Василия она не смутила, но и мы видим, какие пулеметные просто очереди выпускает Василий. Все это проходит. Ни одной промашки, бьет прицельно. Ну и цей нокаут. Подарок, нокауты, нокдауны, сотрясения. Макс Келлерман берет интервью. Что вы можете сказать о дебюте? Как ты думаешь, что ты с какой бой? Еще раз. Что был очень интересный бой. Да. Как ты его видел? Как, что ты сказал про него? Ну, на самом деле, у меня была задача отбоксировать 10 раундов для того, чтобы прочувствовать всю дистанцию профессионального бокса, так как это был мой дебютный бой. Я должен был постараться пройти всю дистанцию. Ну, тут немного не получилось, рука сама как бы вылетела и так. It's my first fight as a professional. I wanted to give a good match. I tried to keep my distance, but it didn't happen that way exactly. How did you get the cut? I didn't see. Я не знаю, ну, скорее всего, что опустил руки, как в боксе это бывает, и, скорее всего, что это головой. Да, спросили за рассечение. You mentioned this is your first professional match, but you were in the World Series of Boxing, had half a dozen fights, for which you were paid no headgear, 5 rounds, didn't score any knockouts. Here you knock out a very tough professional with one body shot. Can you explain? Ты когда был в амачер, ты не имел ни один нокаут. А сейчас первый раз один удар, и ты сделал нокаут. Мы когда с вами разговаривали тогда, в первый раз, я вам сказал, есть отличия в перчатках и в тейпах. I was telling you that I have the power for it, and I'll do it. Why didn't it show up in the World Series of Boxing, but it showed up tonight? Почему это не показало, когда был... В чемпионатах любовь. Потому что там такие же перчатки, как и в любителях, я говорил об этом. Because of the gloves, like I explained, you can't close your face with the other gloves, with amateur gloves.
Top Rank, your promoter, has Bob Arum been talking about you and Rigondeaux in the not too distant future. What are your thoughts about that fight? Что Bob Arum говорит, что ты и Rigondeaux скоро будете опять иметь бой. Что ты думаешь насчет этого? Я думаю, что Rigondeaux это великий боец, он очень сильный, и я думаю, что мне нужно провести еще несколько боев для того, чтобы встречаться с таким мастером, как он. I think it'll be fine. I'll need a couple more fights before we go about it. Is that out of respect? Is that out of respect for Rigondeaux's professional skill at this point? Это уже ты его уважаешь, Rigondeaux? Кого, кого? Rigondeaux, ты его уважаешь? Rigondeaux. Rigondeaux, конечно, конечно. Yeah, of course. Thank you and congratulations. Tremendous performance. Да, интересный переводчик был у Василия Ломаченко, хотя менеджер Эдди Скилимас прекрасно справлялся с этой работой ранее. Почему выбрали сейчас другого переводчика, непонятно. Ты победил Батисту в прошлом поединке, а вот сейчас тебя Ломаченко так легко остановил ударом по корпусу. Объясни это поражение. Muy certero. Заслуженный pues, Рамирес. Sí, me conectó bien a la boca, al estómago. Ya no me pude recuperar de ese golпе. У него много опыта в любом случае, у него есть сила. И этот был удар слишком сильным для меня.